В велопутешествие из Ташкента в Москву в честь своего кумира Муслима Магомаева отправился житель Узбекистана Хурсан Шеров. Сейчас он добрался до Чебоксара, его встречала наша съемочная группа. Луч солнца золотого, зимы скрыла пелена. Эту песню знаменитый путешественник Трубадур из бременских музыкантов пел голосом Муслима Магомаева. Поклонник азербайджанского певца Хурсан Шеров тоже профессионально поет и любит дороги. Правда, в путешествие в честь своего кумира он отправился в одиночку. Он уже проехал больше 4000 километров. Однако, когда его называют велопутешественником, обижается. Я являюсь певцом Дружбы народов Республики Узбекистан, руководитель ансамбля «Регистан». Каждый выбирает сам себе цель. У кого-то, вы же знаете, кто-то за спорт, за мир, кто-то за чистую природу, кто-то за, это, как вам сказать, за святое дело. А у меня творческое. Люди видят, сразу узнают, а этот Муслим Магомаев, он был великим артистом. В каждом городе Хурсанда встречают национальные диаспоры, спортсмены и уже его поклонники. Они знают, он передохнет с дороги, переоденется в концертный костюм и споет. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика.